Довольны ли тем, как команда отреагировала на поражение во Владикавказе? Да, конечно, безусловно. Помимо того, что мы выиграли, и, на мой взгляд, мы выиграли заслуженно, мы с первой минуты мы играли в футбол. И мы создавали моменты, которые нам не хватило, чтобы реализовать это в первом тайме. И приятно, когда вот такая шалонированная оборона, и все равно вот то, что отрабатывалось, ребята скрывали и доставляли мячи, и угрожали воротам. То есть, на мой взгляд, это было солидно, это было целостно. Вот, и, безусловно, приятно, что мы забили, и мы выиграли. И просто это заслуженно, потому что мы двигаемся дальше. Как вам сегодня поддержка болельщиков? Да, безусловно, и я благодарен. Она потрясающая, я благодарен болельщикам, потому что, вы знаете, когда команда споткнулась, оступилась, да, и было очень приятно, когда все болельщики поддерживали команду. Вот это круто. И большое количество людей пришло на стадион, и вот с первой минуты до последней поддерживали команду и верили. И вот одной целой, вот этот воздух, эта атмосфера потрясающая. И огромное спасибо болельщикам, потому что, вот это и есть мы едины. Вот за счет этого мы стараемся играть только на победу и стараемся играть в хороший современный футбол. И болельщикам он приятно. Это здорово. Вот это и есть единение, которое помогает команде подниматься. Мы все бываем что-то не так, где-то оступились, где-то еще. Это у любого человека в жизни даже бывают ошибки, да? Но ценность в том, что наши болельщики, когда мы оступились, они, наоборот, поверили в команду, наоборот, дали поддержку. Вот это и есть Воронеж, это и есть факел.